Октябрь 2016 год, и мы находимся в Волгоградской области на состязаниях по перепелу и испытаниях по утке со своим курцхаром. Красота! Каждый раз зарекаюсь, не поеду, и снова я здесь. Почему-то возвращаюсь. В этот год воды много, и все клево. Сейчас пойду возьму интервью у Лазарева. Уже все соревнования закончились. До соревнований он не хотел давать интервью. Суеверный. Или чтобы не будоражить собачек. А сейчас он в таком красивом виде, ну грех не взять. Бывает и так. Ну, на секунду внимания. Виктор. Да. Можно снять ваш танк? Милости вас прошу. Просто Алексей, это милое создание в женском облике подходило. Представляете, она подошла и говорит, хочу снять. Я говорю, нельзя. Вы же тогда вот я спросила разрешение. Прошу вас. У нас вот сейчас немножко разъединилось. Рыжая венгерская вышла, ушла вот в этот автомобиль. Да. А эти... Да, мне интересно было снять именно ваш танк. Так, да. Это тоже теперь наша собака? Это собака в степи широкой. Значит, давайте я представлю. Вот это вот с белым пятнышком, это Базиль. Ему 7 месяцев. Несет... Это кобель? Кобель, да, Базиль. Как же они втроем клетки? Подождите. Да? 7 месяцев. У него еще яички только начинают расти. У него идентификации половой нет. Это правнук Хейко. Хейко чемпион мира. Там, в Германии. Вот. Барба. Вот. Это его родная сестра Барба. Сука первой, третьей гильдии. Все, что лежит, сразу принесет. Я с ним не занимаюсь. Это Нор, полевой победитель. Приехал в Самары, у меня находится месяц и 2 дня. Вот. Есть такой господин. Я для Ютуба снимаю, кто знает, кто не знает. Выкладывайте, я это снимаю. Да, это как бы просто. Этого кобеля привезли к нему, он посмотрел, сказал, без перспективы на таску не на 8. Человек мне привез, мы вышли в поле, я говорю, отпускай кобеля. Просто вышли в поле без силы, говорю, отпускай. Ничего не делай, просто отпусти. Через 1.5 минуты я сказал, что я этого кобеля возьму в натаску, сделал ему скидку 50%, ну он такого рабочего крестьянского происхождения. И когда увидел крови, самый главный вопрос — это вопрос крови. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Послал мне такую собачку. Да? Месяц, полевой победитель. У меня полевого победителя, моего разведения нет ни одного. Молчать! Это Арби, который занял второе место. Это мой кобелек. Очень покладистый. Молчать! Ред. Это вот... Вот. Очень покладистый, занял второе место. Кстати, кобель продается. Ну, нам не надо своего хватит. Не, я просто говорю, кобель продается. Это вот который драфтак? Это драфтак, у нас есть муж собак. Понятно. Грей, молчать, дайте я миску возьму. Только попробуйте кто-нибудь прыгнуть. Может, потом, когда мы уйдем, миску дадим. Не, как два кобеля взрослого у тебя в клетке? Можно? После того, что они вчера сделали? Да, можно показать лицо? Издалека хотя бы. Боже. Это после в поле два кобеля схлестнулись, да? Нет, я их вывез. После того, когда собачки все очень достойно сработали, это моя вина. Собачки вообще ну, ни собаки в чем всегда не виноваты. Ни в чем не виноваты. Виноват всегда человек. Я расслабился и выпустил всех.
такой начинаем. Гулять. Ну, отъехал на второе поле, как вот. Вот я выпускал по партиям, а это вот, знаете, я вот на таких лаврах, там, тара-тарам, выпустил всех. Один кабель. А что ты мне сказал? У меня вот такая свара. А половина собак не моих, мне же давать. А что я хозяину скажу? Я их у меня шить, я их шью и шью. Я их шью на живую. Вот. А что я хозяин скажу? Я в эту свару выдергивать разнимать. Одного, второго. Знаете, что меня спасло? Что? Я кричал много слов, в том числе и матерных. Ну вы один были в поле, да? Нет, хорошо был Алексей и еще один человек. Да. Вот. В какой-то момент у меня просто вот я крикнул лежать. Все, да? И когда увидел, что половина легла, я второй раз лежать, ну, я уже покусанный и так далее. Не сразу надо было крикнуть, понимаете, но я вот психоэмоционально был вот перевозбужден. В прошлый раз у вас было 7 собак, 8 кубков вы увезли. 8 дипломов, да. Да, а в этот раз? У меня сегодня уже подходили, говорят, так и не это самое. Вот это ваши кубки там все сложили? А это вот Алексей, этого венгерская выжила. А в этот раз как выступили все, всех собак некоторые, тоже? Некоторые натащики говорят, Виктор, а тебе что, геморрой не хватает? Я говорю, ну что, типа, хорошая собачка. К выжлам там, типа вообще как-то относится, да, то, что сложно натаскивать? Она тяжелая собака. Да. Она реально тяжелая собака. Ну в этот раз хорошо собаки выступили? А, вы награждены? Я не была, нет, немножко. А, это вот кубки можете заснять. Угу. Я же пододвигаюсь, да. Часть дипломов уже забрали, призы. Ну, все. А выписывается на хозяина собаки, да? Конечно. Хоть вы даже натаскиваете. Конечно. Лазарь Виктор. Для меня важна собака. Угу. А, не моя фамилия. То есть вот Попов, говорю, это все хозяева собак, которые вам доверяют, да? Господь нам благоволил, мы заняли первое командное место, первое личное место, второе личное место. И плюс лучшая молодая собака. Здоровья вам. Я думаю, что я больше не приеду на турниры, но может где-то пересечемся. Да ну прекратите, приезжайте. Да. Просто пообщаться, понимаете? Я уже наконец-то. Сейчас без камеры скажу. Все, давайте пока.